друзья, мы находимся в Тюрклер, в отеле Sirius Deluxe, и покажем вам, что же есть классного в этом отеле. Вот так вот выглядит пирс. Представьте, вы лежите на этом лежаке и встаете с него и идете к морю. К теплому, красивому синему морю. Прыгаете в воду и наслаждаетесь плаванием в этом море. Друзья, вот очень такие классно. Вот приватные зоны огорожены, где можно отдыхать, где отдыхают также посетители отелей. Покажу вам пустую зону. Можно вот так вот закрыть, когда солнце. Можно вот таким вот образом открыть. Очень здесь красивый пирс, очень ухоженная территория. И вот таким вот образом выглядят эти приватные зоны. Здесь есть несколько лежаков на пару человек. В общем, можно отдыхать и получать удовольствие, особенно если вы приезжаете большой. Здесь большой пляж. На пляже народу не так много. Многие спрашивали в прямом эфире, почему народу нет. Солнце зашло, поэтому смысла оставаться и долго загорать нет. Давайте теперь пройдем в сам отель. Привет! Насел отель. О, классно. Классно. Ну, пошли внутрь. В общем, вот такой вот здесь пирс. Очень нам здесь нравится. Здесь чисто. Очень вежливый персонал. Очень ухоженная территория. Этот отель занимает одно из первых мест на Анталийском побережье. И в TripAdvisor у него 9 баллов, по-моему, даже выше 9 баллов. Вот таким вот образом выглядит пляж. Пляж здесь мелкий песок, немного похож на пляж Инджикум. Ну а вот так вот пирс выглядит с пляжа. Давайте пройдем в пляжный бар. Вот вы видите, такая территория здесь очень-очень ухоженная. На нулевом этаже, на пляжном этаже есть. Что здесь есть? Здесь есть детская комната. И отель специально выпускает даже раскраски для детишек, которые вы можете брать с собой и занять своих детишек, либо они здесь могут играть. Ну, конечно, играть здесь им долго не придется, потому что вы же на море, зачем играть в помещении? Здесь есть настольные игры, здесь находятся разные игры для больших и маленьких детей. А, нет мяча, мяча нет. На первом этаже также есть бар. Вот в той стороне большой-большой бар. Очень много разных напитков. Здесь также было мороженое и вафли. Ну, а здесь пекут настоящие турецкие пиде. В общем, вот такая вот пляжная территория. Можно сидеть, завтракать, пить напитки различные и наблюдать вот такую вот панораму, вот такой вот вид. Кстати, отель этот 5 звезд. Класса Deluxe, но чем мне здесь понравилось, здесь достаточно тихо, нет ощущения толпы, никто не кричит, дети не орут, в общем, все очень прилично и красиво. Мы поднялись на вторую террасу, где расположены бассейны. А вот и Resul Bay. Это вторая терраса. Здесь тоже есть шезлонги и бассейн. Вот такой вот классный бассейн. Представьте, как здесь все красиво подсвечивается. Как здесь все красиво подсвечивается ночью. Но вы это еще увидите в нашем видео, поэтому никуда не переключайтесь, не выключайте место. Сейчас мы идем через ресторан. Вот такая вот терраса. Ресторан открывается в 7 часов. В 7 часов мы придем сюда на ужин. И, конечно же, все попробуем. Ve burada restoranda yemek yerken denizi görebiliyoruz. Infinity bir görüntü var. Restoranda yemek yiyoruz ve komple deniz ortada. Çok güzel, evet. Evet. Şöyle geçebiliriz. Bunlar burada yıllansın diye koyduk. Hem dekor oluyor hem de... Видите, какой интересный элемент декора.
пустые бутылки, рестораны в таких вот, в таком интересном оформлении. Очень классно. Ага. Небольшой торговый центр. Небольшой торговый центр. И идем в спа-зону. Siz bu otelde kaç sene çalışıyorsunuz? Ben açılıştan beri bu otelde. Ha, 2011. Да, друзья, этот отель, кстати, был открыт в 2015 году. Поэтому отель достаточно новый. Посмотрите, здесь вот таких ярких и одновременно. Ресепшн. Есть рыбки. И дальше уже сама зона спа. Сауна, хамам и паровая комната. Ага, турецкий хамам. Мештери вар мы? Турецкий хамам. Паровая комната. Ага. И сауна. И дальше идут массажные комнаты. Burada interiörde çok enteresan taşlar. Neden? Neden? Декорация. Ha. Итальянский архитектор. А, друзья, вот этот вот дизайн с камнями делал итальянский архитектор. Вот такая здесь сетка, и за ней камни. Очень классно смотрится. А, соляная комната. Кстати, очень хорошо для тех, у кого проблемы с дыханием. Комната. Ага. У них 9 массажных комнат. И вот таким вот образом выглядит массажная комната. Очень здорово. Ну а вот и я. Всем привет. Давайте идем дальше. Ага, спортивный зал. Фитнес. Групп дерслер вар мы? Я да. Узал дерсимиз анимасион дапио. Günün belirli saatlerinde animasyon bir hoca eşliğinde burada spor yaptı. Вот так вот выглядит спортивный салон. И здесь можно получить частные уроки, частные занятия. Дальше. Здесь такой вот интересный очень дизайн. Бамбукму? Бамбуму? А, душа. Оригинальный бамбук. И здесь бассейн. А, бассейн с горячей водой. Две джакузи. Но туда мы не пойдем, там все-таки люди. Ну, в общем, администратор отеля говорит, что можно все снимать, поэтому джакузи. Джакузи это хорошо. Джакузи чок. Бирсания. Друзья, покажу вам еще раз интерьер стен. Вот таким вот образом выполнены стены. Видите, сетка. Доломит. Название этих камней доломит. Очень. Ben birinci kere görüyorum böyle şey. Итальянский. А, конференц-комната. Диско. А, и дискотека. Игровая комната. А еще турецкие мужчины рассказывают секреты того, как скрывать живот. Нужно носить черное и втягивать его. Мы приехали на этаж, где находится ресепшн. Сейчас мы возьмем ключи от комнат. Очень здесь, конечно, классно. И знаете, что самое интересное? Мне нравится, что в этом отеле пахнет очень вкусно какими-то цветами, фруктами, чистотой. Вот так вот выглядит вход в отель. Вход в отель. Ресепшн. Лифт, видите, ездит. Рестораны мы еще посетим. Ресторан Алякарт. А сейчас берем ключи от нашей комнаты. А, также у них можно взять машину на прокат и... Very cheap. Ага. Машину на прокат и мотербайк. Yes. BVC. Угу. Yes.
Bisikletler var mı sizde? Bisiklet var. А, также есть велосипеды. Сейчас мы идем в комнату. King Suite. Это королевский номер. На входе. Три кровати. Ага. Что-то в виде гостиной. Давайте. Ага. Давайте посмотрим, какой здесь вид открывается. Потрясающий вид на море. На пляж, на бассейн. Есть вторая комната для родителей. И что самое интересное, здесь есть джакузи. А вид с балкона такой же, да, Айна? И тут тоже открывается вид с балкона. Здесь балкон немного очень шире. Большие комнаты, широкие. Мне очень это нравится и очень интересный дизайн. Здесь у нас... ванная комната, душ. Конечно же, в отелях такого класса, друзья, всегда есть шампунь, зубная паста, бритва и так далее. Вам ничего не нужно привозить с собой. Просто можно приехать и здесь быть. И здесь также есть еще одна ванная комната. Тоже душ. И, конечно же, все аксессуары. Не нужно ничего с собой привозить. В общем, здорово, очень понравилось. Давайте теперь сейчас пойдем в комнату, обычную, стандартную комнату. Даже есть звонок, можно позвонить. Не стучать, а позвонить. А, здорово. Такая вот интересная система. Это стандартный номер. Что здесь у нас есть в этом номере? Первое, куда мы попадаем, это ванная комната, душ. Достаточно большая душевая кабина, туалет, ну и умывальник. И вот таким вот образом выглядит стандартная комната. Здесь шкафы, сейфы, вешалки. Здесь должны быть полотенца. Не полотенца, а халаты. В отелях такого класса всегда дают халаты. Здесь место для чемоданов и кровати. На самом деле я себя чувствую намного комфортнее вот таких вот. А теперь давайте посмотрим вид отсюда. Со всех комнат открывается вот такой вот тоже красивый вид. Здесь развлекательная зона. Много. Здесь проходит также пенная вечеринка. Много разных вечеринок, анимация и так далее. В общем, друзья, вот такой вот классный отель. На следующих выходных мы опять сюда обязательно приедем. А сейчас мы вам покажем комнату для молодоженов. Теперь я вам покажу комнату для молодоженов. Говорят, что здесь что-то необычное. Посмотрим. На входе здесь шкафы. Также ванная комната стандартная, как и в других. И здесь, что самое интересное, здесь кровать. И открывается потрясающий вид на весь отель. На бассейн, на пляж, на море. Очень, конечно, красиво. С двух сторон открываются просто потрясающие виды. Угловой балкон. Вот такой вот вид открывается на сам отель, ну и, конечно же, на море. Мы посмотрели с вами все комнаты. Теперь обязательно напишите в комментариях, какая комната вам понравилась и в какой комнате вы хотели бы остановиться. Но чего не напиши вам, извиняюсь. Bütün personel çok güler yüzlü ve enerji dolu. Burada iş yapmıyoruz, yapmıyoruz. Enerji dolu. Ayhan говорит, что персонал здесь очень классный, все улыбаются, все радостные и счастливые. Также, друзья, здесь есть библиотека, или вы можете просто сюда прийти, почитать газету, журналы, ну, естественно, в электронном виде, поработать. Здесь везде есть зарядки. Ага. Можно посидеть, почитать или поработать на компьютере. В общем, такая уютная атмосфера. Здесь находится кондитерская. Ага. Кондитерская.
bir tane kurabiye deneyecek miyim? Tamam bakalım. Bu, sейчас посмотрим. Посмотрим, зичит. Yumuşaktır onun. Ben eskişehirliyim o. Bizim orada aa, olur. Ama Rusya'da komple yumuşak. Şey ya, sünger gibi. Bak, evet, evet. Ah, biraz fazla sıktım, anladın mı? Aha, evet. Dedim sana. Bu yumuşak. Yani sert değil, pardon. Bunun içi yumuşak. А, видите, это не зефир. Внутри, внутри, да, внутри, видите, он короче, без этого. Это не зефир. А отсюда открывается лобби террас. Вид. Релакс террас. Релакс. Терраса для релакса. Здесь мало, нет, практически нет музыки. Небольшой бар. Чаи. Какие у вас здесь чаи есть? Всякие разные чаи турецкие, можно попить кофе. Банкавый стерн, капучино. В общем, мы заказали чай, капучино. Я провожу вам экскурсию еще раз по этой террасе. Можно посидеть вот на таких интересных стульчиках, беседках. Этот отель работает с 21 апреля по 31 октября. Здесь еще есть ланч-кафе. Ланч-кафе. Здесь проводят различные тоже презентации. Здесь проходят да, портрет Чайковского. Здесь проходят различные мероприятия, живая музыка, игры. Также есть бар. В общем, такая умиротворенная здесь красивая обстановка. Очень нравится. Он говорит, что в этом отеле самое любимое место его здесь. И здесь на самом деле самое красивое место. Ага. И здесь можно увидеть также всю инфраструктуру. И открывается классный вид на море и на сам отель. Запускаем дрон. Кадир запускает дрон. И сейчас нам устроят шоу на джет-ски. Сначала покажу вам, как это будет выглядеть отсюда, а потом вы увидите, как это выглядит сверху. Ну что, друзья, наконец-то мы дождались время обеда, точнее ужина, и сейчас нам расскажут, что же подают на ужин здесь. Пока не пришел народ, нам разрешили снять. Начинаем с основных блюд. Ой, я уже вижу столько вкусняшек. Или гриле. Что у нас здесь? Индейка, куриная отбивная и форель на гриле. Каждый вечер 4 разных гриля. Her akşam 4 çeşit et oluyor. Курица сате, вот это вот, кстати, вкусная штука. Рис, сельдерей. В общем, овощи. Здесь картофель фри, луковые кольца, куне, бамия. Бамия смута. Попробуйте обязательно вот это вот блюдо, бамия, очень, очень вкусное. Сонра. Башкане ваш. А, здесь различные соусы. Спагетти. Наполитаны. А, видите, для спагетти. Спагетти и соус. Ой, хочется прям все это попробовать. Продолжаем дальше. Здесь что у нас? Жареное сердце.
fish and oven. Рыба запеченная. Stuffed capia. Фаршированный перец. Соус из баклажанов. Буне. Экшили кофте. Закуска. Malatya Kayseri yöresinin meşhur bir yemeği. С фрикадельками. И кебаб. Тас кебаб. Эссоте gibi. Эссоте. Тушеная баранина с овощами. Пиде. Разные. Сипариш veriyoruz ustamıza. О, bizim için üretim yapıyor. Ага, вы можете. Acil isteyenler için. Ага, вы можете заказать. И вот в этой печке вам сделают пиде. Ну, а это уже готовое. Различные виды хлеба. Так, смотрим, есть ли здесь черный хлеб. Вот эти булочки, кстати, очень вкусные. И темный хлеб. Вот, друзья, пожалуйста. Разные виды хлеба. Вот этот хлеб, кстати, вкусный. И особенно вот этот хлеб очень-очень вкусный. Дальше. Рыбный суп. Рыбный суп. Балык чорбасы. Ben bunu deneyeceğim. Рыбный суп обязательно попробуем. Bugün balık günümüz olduğu için böyle. А, сегодня рыбный день. Рыбный суп. Şehriye çorbası. Это какой суп? Vermişel суп. Ortadaki ada da soğuk mesela. Ага, здесь холодные закуски, салаты. Различные салаты. Здесь нет надписей, но вы можете попробовать различные салаты. Опять бамья. Обязательно попробуйте бамью, когда будете в Турции. Похоже на капусту квашеную. Здесь нарезки. Сегодня день рыбный, много нарезок и много рыбы. Слушайте, друзья, вот эта вот рыба, интересно, какая, я ее обязательно попробую. А здесь и есть, ну это, конечно, не суши, но что-то похожее на суши. И здесь различные соусы, лимонный соус. Гранатовый соус, оливковое масло, уксус. Здесь сырные нарезки и салаты. Burada salatalar. И салаты. И различные соленья. Соленья, соленые огурчики, капустка. Видите? А, есть мороженое. Смотрите, мороженое можно взять и разлить. En güzel hangi? Так, сейчас мы посмотрим. Покажу вам сначала, что здесь есть. И самый вкусный десерт. А, нет, есть баклава. Вот самое вкусное, это, друзья, конечно же, баклава. Айхан любит вот этот. В общем, друзья, вот такая вот вкуснятина здесь есть. И различные фрукты. В общем, народ уже начинает приходить. И мы сейчас тоже будем пробовать разные блюда.
прощаемся. Уже почти 10 вечера, и мы возвращаемся домой, обратно в Аланию. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно приезжайте в этот отель, вам тоже понравится. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока.